концентрацию, медитацию, которая идет в базовой программе Синму Хапкидо. Медитация и концентрация в Синму Хапкидо на начальном уровне у нас следующая. Мы принимаем определенное положение нашего физического тела. Есть несколько положений, которые более приемлемы именно для людей европейской части. Первое из них, которое можно вам порекомендовать, это положение вот таким вот образом. То есть, когда у нас ноги скрещены, левостороннее положение ног, правая рука находится на 2 сантиметра ниже уровня пупка, то есть центр тамжун, центр концентрации энергии, центр тяжести человека. Вторая рука находится сверху, ладошками друг к другу. Расстояние между ладонями не менее 5 сантиметров должно быть. При увеличении работы в этом положении, при медитации концентрации, положение рук доводится до уровня горла. Мы находимся в этой позиции, мы должны под копчик положить небольшую возвышенность, мягкую подушку, для того, чтобы разгрузить давление на поясничный отдел нашего позвоночника. Так же самое мы должны следить за правильностью осанки, плечи должны быть расслаблены, опущены вниз, коренные зубы должны быть крепко сжаты, язык должен быть прижат к небу, кончик языка покоится у верхней части наших зубов. Это что касается первого положения. Следующее положение, которое мы можем вам порекомендовать, это то, когда мы находимся на коленях. Здесь мы обращаем внимание на то, что получается правая нога большого пальца находится сверху левой ноги. В этом положении следим за правильностью нашей осанки, делаем идеально ровную осанку с вами, коренные зубы у нас достаточно крепко сжаты, язык покоится у верхнего основания нашего неба. Правая рука находится на 2 сантиметра ниже уровня пупка у нас, ладонью вверх, и вторая рука, левая рука у нас находится ладонью вниз, напротив друг друга. После того, как мы приняли определенную осанку, приняли определенное положение нашего тела, мы переходим к следующему нашему этапу. Мы закрываем глаза и производим отсчет от 100 до 1. Мысленно про себя мы начинаем считать от 100 до 1. Концентрируем свое внимание на ощущениях между ладонями. Если в период отсчета вы сбились, вы должны будете вернуться назад и опять начать с самого начала производить отсчет от 100 до 1. После того, когда мы закончили отсчет, руки разводим в стороны, принимаем определенное положение ладони вверх, образовывая кольцо большим и указательным пальцем. И в этом положении находимся несколько секунд. Начинаем выход с медитации. Производим глубокий вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. После чего открываем глаза. Медленно, не спеша, мы должны выйти из положения. Если долгий период времени мы будем находиться в таком вот положении, как только что я был, ноги затекают, кровообращение нарушается. Для того, чтобы после выхода с медитации мы должны медленно перейти в положение, в котором я сейчас нахожусь, и немножко расмассажировать наши ноги, запустить кровоток, сделать наклоны к одной ноге, к другой ноге.
Все это мы должны делать не спеша и правильно, контролировать. Ни в коем случае не нужно после того, как вы закончили медитацию, быстро подниматься. В момент выполнения медитации и концентрации, когда мы производим отсчет до 101, если у вас появились какие-то отрицательные мысли, если у вас перед внутренним взором появились какие-то отрицательные картинки, появились негативные ощущения, негативные эмоции, мы должны прекратить медитацию. Мы не должны оканчивать медитацию, проходить ее до конца, если у нас есть негативные мысли, негативные картинки, негативные эмоции, негативные ощущения. Мы должны немедленно выйти с медитации, выполнив 3 глубоких вдоха и 3 глубоких выдоха.